Добрый вечер, дорогие друзья. Наша программа журналистов-приколистов приехала в один из ночных клубов Санкт-Петербурга. Наша программа журналистов-приколистов приехала в один из ночных клубов Санкт-Петербурга, где сейчас будет петь Таня Буланова. Конечно, она сейчас сидит за одним столиком, но я попробую, если у меня получится. Но я сомневаюсь, конечно же, потому что у меня... Где ж ты, мой свет, бродишь, голову склоня? Дай же ответ, что не позабыл меня. Итак, внимание, я редактор газеты «Звездный пик», «Звездный пук», редактор газеты «Звездный парк», «Звездный парк». Итак, несколько слов для наших телезрителей. Ой, волнуюсь. Ну, нашу гостью представлять не надо, потому что сейчас все прятали. Все будут в этом здании, будут все прятали. Итак, несколько слов. В вашем там отношении с фанатами и поклонниками в этом? Да, хорошо. А можно прочитать, что я просто не очень понимаю. В вашем взаимоотношении с фанатами и вашими поклонниками? Классные. Следующий вопрос. Кто работал над вашим именем? Я говорю, Кто конкретно работал на 20 минут? А? Я сама работала. Сами. Вот. Чем объясняется все-таки вот такой огромный феномен вашей популярности? Наверное, этим самым феноменом объясняется. Сам факт феномена. Понятно, спасибо. Смешно. Да. Да. А вот там клип такой, вот есть такой старый, такой американский, едет, а потом поете про степи русские. Как это потом понимать? Это так надо и понимать. Как бы это? Да, сначала американский, а потом... Ну, потом руки. Да. Ты все жду, что будет так. Ну а если бы предложили бы, как бы, казались бы, но это бы придало бы какой-то шарм вашей популярности. Наверное, да. Нет, я пока не готова. Никак не готова. Не кончается, не кончается, не кончается. Ну так, нормально находим. Спецное. Извините, это мою дикцию, я плохо говорю. Пожалуйста, мне тоже дикция. Ну, это бывает. Я вот эта хорошая песня. В лунном сиянье снег серебристо вдоль по дороге троечка мчит. Очень хорошая ваша песня. Очень хорошая. Не уйти от судьбы, не уйти. Большое, как говорится, ну, от всего сердца, вот от всего русского сердца, большое мое человеческое ква. И вот не могли бы вы расписаться здесь вот? Вот здесь вот, черкануть несколько слов. Где? Ну вот, вот здесь, автограф. Ага. А кому? Кому? В нашей программе «Звездный парк». У нас в гостях была известная певица Алена Апина. Поблагодарим ее. А я вас узнала. А я вас. Приятно. Вы на нас не обиделись? Это специально такой автограф, да? Нет, я... Зачеркнутый. На самом деле. Скажи мне правду, Адама. А я вас сразу... Да ну что ж такое? А я вашу программу смотрю. А я сразу смотрю, вы сидите. А не получилось. Ой, а можно вас в щечку поцеловать? Я вас очень люблю вашего ведущего. Ведущего? И вас тоже люблю. Спасибо большое. Спасибо.